Пожалуйста. Может, вам тоже чаю? Нет, спасибо. А мне кажется, товарищ майор, что это обычная бытовуха. Пусть этим уголовка занимается. Погибший еще тот фрукт был. Выпить не дурак. По женской части ходок знатный. Как у тебя все просто? А вдруг действовал не убийца-одиночка, а группа? Застрелен не просто гражданин, а инструктор горкома партии. Думаете, заговор? Добрый день, Руфина Степановна. Здравствуйте, Михаил Иванович. Здравствуйте, товарищи. Майор безопасности. Полищук, я помню. Встречались. Очень хорошо, что вы помните, товарищ Говоров. Присаживайтесь. Я вас слушаю. Ваш сотрудник найден сегодня в своей квартире убитым. Так. Трухманов его фамилия. Что можете о нем сообщить? Трухманов? Новость, конечно, трагичная. Только вот боюсь, не смогу вам быть полезен. Я здесь человек новый. Вы лучше поинтересуйтесь у Шульгина. Он с ним работал плечо к плечу несколько лет. Ну, полагаться на показания чуждой партии элементов, коим является гражданин Шульгин, мы не можем. Не имеем права. Ну, тогда ничем не могу вам помочь, увы. Оставь нас. Слушаюсь. Руфина Степановна, я занят. Майор. А как это произошло? Подробнее. Трухманов застрелен у себя дома в упор. Оружие? Пистолет ТТ. Ищем. И обязательно найдем. Вам, товарищ Говоров, отдыхать больше надо. Смотрю, глаза у вас красные. Все, работаем. Таська, я сегодня хочу твоих щей и водки. Водки? Да, и от Варвары домой нашу юную помощницу привези. Домой. Будет исполнено, товарищ подполковник. Ну, давай. Теперь забирай. Угу. Давай, давай, давай. Аккуратно. И еще. И кидай в кастрюлю. Только аккуратно не обожгись. А ты пельмени лепить умеешь? Ну, конечно, умею. А пирожки? И пирожки. С капустой. Как папа любит. Точно, как папа любит. А у тебя есть дочка? Так. Ну и где же наши щи, что вы тут настряпали? Запах, вкуснотища. Лёлька, а с чего ты решила, что у Таси есть дочка? Мама говорила, я помню. Ну, мама.
она ошиблась. Ну, то есть, ну да, ошиблась. А может, ты неправильно поняла? Да нет, никакой дочки. Михаил Иванович, это очень жестоко с вашей стороны. Напоминать мне, что я потеряла дочь. Лилюш. У меня была дочка. Как? Была? Я ее очень-очень любила. Но я ее потеряла. Как это потеряла? Война была страшная. Понимаешь? Но ты же ее найдешь, да? Ну, конечно. Обязательно найду. Слышишь? Ну, давай. За дело. Дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза извещают, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Иосиф Виссарионович Сталин. Наш вождь Сталин умер! Тася! Сталин умер, Тася! Варвара! Варвара! Да? Варвара, Сталин умер! Ой, батюшки! Батюшки! Господи! Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина. Опасный криз был. Беречь себя уже надо, уважаемый. Беречь. Не каждый день такие события происходят. Благодарите Варвару за то, что вовремя дала лекарство. Ты не представляешь, какая же там жуткая давка была. Ужас, не передать. Да-да, Лилечка. Дай попить. Ой. На. Пейте. Народу-то со всех краев съехалось. Тьма с любимым вождем попрощаться. Вот и. Егорыч, а ты что, самого Сталина видел? Да какое там. Меня вон в стену так впечатали, что ребра до сих пор ноют. Бедный, бедный Егорыч. Это что? У меня на глазах человека насмерть затоптали. В двух шагах от меня был. И... Ай! Ой. Личка, иди, иди погуляй. Не слушай его. А после их, знаешь, в грузовики, в кузова покидали вот так вот, как будто это, кули какие. И из Москвы, из Москвы, из Москвы. А там... Вот так. Пьяненький ты, Егорыч, вот ты чепуху какую-то несешь. По радио и в газетах про это ничего не было. Дурища ты темная! Я сказал, как оно на самом деле было. А ты хочешь верь, хочешь только я. За них, за чердежных, не чокаясь. Но за
Желание Михаила Ивановича я выполнил. Конверт товарищу Рокоссовскому передал. Он мне руку пожал. Спасибо, говорит Егорыч. Молодец. Доброе дело сделал. Гвардии старшина. Вот так вот. Говоров, слушаю. Ну, здравствуй, любимый муж. Узнал? Узнал. Не слышу радости в голосе Говоров. Когда нам возвращаться? Да отдыхайте пока, думаю, еще рано. А я так думаю, что в самый раз. Ты же теперь на повышении, что может плохого случиться? А я устала сидеть в этой дыре. От твоего Крыма тошно. Ну что ты молчишь? Я понимаю. Ты не хочешь, чтобы мы возвращались из-за твоей кухарки? Мы тебе там с сыном будем мешать с ней развлекаться? Рита, осади! Думай, о чем и где говоришь! Хочешь ты этого или нет, дорогой? А мы с Котей после майских праздников возвращаемся. Все. Держите. Спасибо. Присаживайтесь, товарищи. Простите, я не ослышался. Это вы меня товарищем назвали? Да, да, вас. Присаживайтесь. А у нас для вас радостная новость. Вот. В результате тщательной проверки было выяснено, что вы, товарищ Шульгин, были арестованы ошибочно, без всяких на то законных оснований. Ошибочно. Ну и что? Что дальше? Вы реабилитированы. Вы прямо сегодня будете освобождены из-под стражи. Как вы сказали? Да можете хоть сейчас идти. Да, и на парад успеете. Сегодня же праздник. День международной солидарности трудящихся, так сказать. Ну что вы сидите? А хотите, мы вас на машине отправим? Со всеми удобствами, так сказать. Дежурная? Нет, не надо. Не надо. На той же, что и брали. Спасибо, не надо. Товарищ начальник. Ничего, что я вас, товарищ, называю. Нет. Костыль мой верни. А ваш костыль где-то затерялся. Но ничего, есть. Вот, так сказать, новый. Вот. Владеете. И символ праздника. Ваш вопрос в Москве на самом верху решался. Серьезные люди о вас хлопотали. Сам маршал Советского Союза Рокоссовский. Так что, да, вот так сказать. Ну, а вы на нас зла не держите. Вы же понимаете, это работа. Да ну что вы. У вас было очень уютно. Прощайте. Всего хорошего. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег. Пожалуйста, попросите остановить здесь. Спасибо. Спасибо, товарищ женщин, что подбросили. Да, нет. На дорожку молочка выпей настоящего, а то когда еще выпить-то придется. Да это первое дело, мясо на кости нарасти, да, девочки? Это точно.
Оставайтесь, ну оставайтесь. Какое молочко, давненько такого не пил. Спасибо. Ну, выпускайте. Да оставайте. Пропустите. Я-то мужика тебя. Ну что, бывай, служивый. Да нет, спасибо. Счастливого пути. Счастливо. Тереме живет. Дементий, Дементий, как же так? Мне сказали, тебя только пятого отпустят. Я бы тебя сам встретил, Дементий. Наверное, я хотел к празднику отчитаться. Ну, Мишка, здоров, ёшкин кот. Живой чертяка. Живой, а, Дементий! Ой, ты. А вес-то в тебе не больше 3 пудов осталось. Главное, что кости целы. Ну, почти что целы. А мясо нарастет, так женщины говорят. Они знают. Растет. Мишка, ты извини, что прямиком к тебе. Но... Мне ж идти-то некому. Да. Ни одной родной души. Да, а как же мы? Вот и поживу у тебя. За постой обязуюсь аккуратно платить. Дементий! Михаил Иванович, я в магазин. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Шульгин. Извините за внешний вид. Только что со строго. Здравствуйте. А я Тася. Мы же вам передачки носили. Ну? Ужасно за вас рада. Я скоро приду. Ух, какая. Ба. Дементий, пойдем-ка водки выпьем. Красиво. Ну, с возвращением. Водочки, это хорошо. Ура, мамочка, мамочка приехала. Я по тебе очень скучала. Ой, Варвара, здравствуйте. И я по тебе очень соскучилась. Егорыч, и я. И больше никогда никуда от тебя не уеду. Да, и всегда рядом с тобой буду, Лилечка. Привет, Лилька! Привет, Калаганный лоб! Ты мне расскажешь, как ты без мамы жила? Да. А я тебе привезла много-много подарков. И главное, знаешь, какой? Большой! Ну-ка, закрой глаза. Что у нас тут такое? Это кукла? Нет. Холодно. Все равно не угадаешь. Ну ладно, смотри. Лилия, мамочка, я тебя очень-очень люблю. И я тебя. И я тебя очень люблю. Пойдем, хоть догоняй. Я сейчас, мам. Дай я понесу. Пора тебе за ум браться, девка. Сживет тебя Маргарита Васильевна сосвету. Кто ж захочет брошенкой-то ходить? Ты это о чем? Видала я все, что ты глаз положила на нашего хозяина. То ручку ему пожмешь, то прижмешься. Тьфу, стыдоба одна. Плохо ему, Варвара. Очень плохо в последнее время. Что, он сам тебе про это сказывал? Тут и говорить не надо. Видно по глазам его. Ой. Видела, сколько у него седых волос появилось? Ой, дурище, что ж ты, дурище? Ты что, в него влюбилась, что ли? Я его давно люблю. С фронта еще. Ты здесь?
Ну вот и хорошо, что зашла. А это что? Это тебе. Кривадос. Подарок с юга. Спасибо. Так что за спектакль ты устроила во дворе? Говоров, тебе не угодишь. Не люблю нашу дочку. Плохо. Люблю. Снова плохо. Не говори чепухи. С чего это вдруг такая неожиданная любовь? Я так понимаю, ты прислугу в доме менять не собираешься? Нет, не собираюсь. Жаль. Я надеялась. Неужели ты ее так любишь? Развод я тебе не дам. А если будешь настаивать, партбилет положишь на стол. Неужели ты меня так любишь? Раньше любила. А теперь мне сына поднимать надо. И на библиотекарскую зарплату я это делать не собираюсь. Кроме того, я не хочу, чтобы это все, мой дом, достался твоей ППЖ, походно-полевой жене. Ну что ж, предельно откровенно. Я рада, что ты меня понимаешь. А это твой Шульгин. Долго собирается здесь жить? Этот Шульгин здесь будет жить столько, сколько надо. Спасибо тебе, Котя, за эту лилию. Она очень, очень красивая. А ты знаешь, что в этих лилиях живут маленькие-маленькие крохотные человечки, такие маленькие, как зернышко. А ночью они все встают со своих кроваток и качаются на цветах. А еще у них есть фея, фея Лили. А брата-дурачка, который весь этот бред выслушивает, у них нету? Ты чего смеешься? Это фея, она охраняет их. Я ее сама видела. Это та, которая в той заброшенной комнате замурована, что ли? Да, да, пойдем, я тебе покажу. Ха. Смотри. Вон из этого окна второго этажа она вылетает. Я сама ее видела. И долго ее ждать? Как не видел? Так не видел. Да ну тебя, неинтересно с тобой играть. Ну что? Заждались, удальцы? Ну, есть. Рот кашу просит. А не тут-то было. Мы с Стасенькой такой супчик с крапивой накухарили. Пальчики оближешь. Мишка, помнишь? Как в окопах по весне. Первую крапивку дожидались. Витамины. Давай, давай. Мне чуть-чуть. Да. Приятного. Погуще, погуще. Мужик все-таки.
Бурда диетическая. Котя. Спасибо. А по шеям? Ну, по-моему, вкусно. Угу. Так, и мне. А ты говоришь. Угу. Спасибо, Тасенька. Ну, с приездом. За хозяйку. Ну что, вкусно? Вкусно. Язык проглотишь, как Шульгин говорит. Тася вообще очень вкусно готовит. Верно, папа? Да, этого у нее не отнять. Суп невозможно есть. Что у нас там по меню дальше? Смотри. Жаркое? Варвара! А? Принесите, пожалуйста, горчицу. Сейчас несу. Компот? Угу. Вот. Вот. Замечательно. Что? Замечательно. Что? Да что же. Так. Маргарита Васильевна, не надо. Надо! Маргарита Васильевна, да что же вы... Святая, святая ты моя стрепуха. Всем она помогает, всех она спасает. Вот. Теперь будет не компот, а чудеса на постном масле. Время подавать. Господи. Ну и язва это, наша Маргарита Васильевна. Ой, Тася, Тася. Ну, ты ж добрая, работящая. Бежать тебе из этого дома надо. Говорят, это вообще не хороший дом. Здесь счастья никогда никому не было. Да уж, наверное, и не будет. Ты же знаешь, что я не могу. А вот этот цветочек, ее зовут Маргаритка. Я назвала ее в честь моей любимой мамочки. А все белые цветочки зовут Василисками. Я с ними разговаривала каждое утро. Сама их садила, поливала. Они у меня воспитанные. Ты обязательно с ними подружишься. И ты хозяйка этой красоты? Да, я. Дядя, а вы к кому? Папа проснулся? Позови, пожалуйста. А вы тогда подержите Любушку. И, пожалуйста, будьте с ними поаккуратнее. Пум. Дядя, они уже идут! Спасибо вам за Любушку. Мирон, а что в такую рань? Здорово. Чего-то стряслось? В Москве арестован Берия. Берию? Арестовали? Как?
Это точно? Враг коммунистической партии и советского народа. Буржуазный перерожденец и старый агент мусаватийской разведки. Ёшкин кот. Вот тебе бабушка и Юрьев день. А скажите, зачем дядю арестовали? У нас в школе в учебнике его портрет есть. Он хороший. Хороший, хороший. Он очень хороший. А его выпустят, как тебя, Шульгин? А вот любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Ну, давай, иди, иди, Люлька, иди, иди. Пойдемте-ка кофейку выпьем. Берия, Берия, вышел из доверия. Так сволочи и надо. Поеду, мужики. Третью ночь не сплю. Мирон, я все хотел тебя спросить. По Трухманову что-нибудь выяснили? Он, конечно, был небольшого ума, но ответственный. Товарищ, кому он мешал? Ничего не могу сказать. Дело не раскрыто. Ты, майор, заезжай вот так, запросто. На уху. В баньке попаримся, я рад буду. Интересно. И когда вы подружиться успели? Приложил мне товарищ Говоров по морде прямо в тюрьме. С тех пор и дружим. Я не понял. Да. Поеду. Ну-ну. Ну, раз мы с тобой такие друзья, верни мне пистолет. У меня останется. Пальчики там интересные. Чего смотришь, подполковник? Жизнь, дорога длинная. Всяко может случиться. Да. Любопытная у нас с тобой. Как это называется? Дружба. Ага. А главное, крепкая. Водой не разольешь. На всю жизнь. А это чье? Спасибо. Привет. Привет, Карамель. А я сама машину вела. Видел? Здорово, молодец. Пошли-ка, пошли. Наклонись. С днем рождения. Это тебе. Спасибо. Только никому не показывай. Это секрет. А если очень хочется прочитать? Потом. Или отдай обратно. Нет. Ну отдай, отдай, Сережка, отдай. Ну все, 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 сдаюсь, сдаюсь. Давай мы его с тобой спрячем. Давай. Все, купаться пойдешь? Пойдем.
Я скоро приду. Догоняй тогда. Давай, иди сюда. Оп-оп-оп-оп. Эх, карамелька, а? Оп-оп-оп. Эй, что ты у меня получишь? Оп! Ай! Смотри, мать! Давай, что ты снимаешь? Что там, ука, ука? Слушай, я думаю, что я не знаю. Девчонки, посмотрите, что я нашла! А ну, читай! Сережа, я тебя люблю, карамелька. Сережа, иди, я тебе что-то покажу. Женишок. Иди, иди. Я сейчас. Иди, что покажу. Ты куда? А вы зачем открыли? Я просил вас. Ну что тут такого? Думали, посмеемся. Думали, лошади думают, у них бошки большие. Ой, ну подумаешь. Во! Это нечестно. Стой! Лилька! Ну, видите, что вы наделали? Дурье. Ну, дурочка, я тебя тоже люблю. Зачем топиться-то, а? Маленькая. Надо же, сколько цветов Лёлька вырастила. Красивый, правда? Миш, Миш, не надо, пожалуйста. Не надо, жена твоя вернулась, сын. Не дай бог Лиля нас увидит. Все давно спят. Миша. Ну, хорошо, хорошо. Будь по-твоему. Я к тебе приду. Нет. Ну, почему нет? Ты же говорила, что любишь. Мы прощались тогда. Я думала, что не увижу тебя больше. Я пожалела тебя, прости. Тася, не ври. Не в землю, на меня посмотри. Я ведь больше просить не буду. Я знаю. Тася. Тася! Тасенька! Тасенька! Ну, у нас же с тобой дочь. Мы должны быть вместе, Тася. Но ты же понимаешь, что так не может больше продолжаться.
прошу тебя, отпусти нас. Пожалуйста. Ты будешь жить своей семьей, а мы с дочкой вдвоем. Ни тебя, ни Лильку я никуда не отпущу. Не проси. Ты же понимаешь, что мы все будем несчастны. И ты, и я, и Маргарита. Тася, Тася! Кого целуешь? Ее или меня? Значит, Люлька, коза наша, твое родное дитятко. Ой. Батюшки, батюшки, бедолашная ты моя Таиска, бедолашная. Это все дом виноват. Точно тебе говорю. Варвара, ну при чем здесь дом? А, при чем? Люди зря баять не будут. Его прокляла первая хозяйка, что от любви сгинула. Да, ее где-то тут в стенке замуровали. И она по ночам стонет. Слышал? О, еще услышишь. А когда лилия расцветает, так она бродит помеж них и танцует, вся облитая луной. Урод, ну хорошо, ребенок в это верит, но вы же взрослая женщина. Ну, хоть верь, хоть не верь. Но только ни одна женщина в этом дому счастливой не была. И не будет. Доброе утро, мои лилии. Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро, фея. А я письмо получила. Дорогая моя карамелька, я ухожу в армию, и целых 3 года мы с тобой не увидимся. Ничего себе. Целых 3 года. Целых 3. Так. Куда папироску? Тебе нельзя. Тебе, между прочим, тоже. А. Ты пошел? Ну, пошел. Нет, ты что, правда пошел? Ты что, не видишь? Под вилку попадаешь. Ну, попадаю. Дементий, да что с тобой сегодня? Друже,
Мне очень нравится Тася. Ага. Я хочу на ней жениться. Здрасте, приплыли. Прытки ты, однако. Так, шах и ферзь, тю-тю. Почему же прытки? Я все про нее знаю. Только вчера дурак понял. Слышал ваш разговор. А-а-а. Ну, раз слышал, так должен понимать. Люблю я ее. Любишь? Да. И мучаешь. Дочкой решил удержать. Это ты мне сейчас упрек бросаешь, друг. Да я ради тебя на такое пошел. Это ты о чем? Ни о чем. Пусть сама решит. Хотя ответ я и так знаю. Тася! Тась! Тася! Вот мой лучший друг, товарищ Шульгин, сватается к тебе. Пойдешь за него? Товарищ Говоров, я как-нибудь и сам справлюсь. Спасибо за помощь. Пожалуйста. Сам, сам. Ну, давай, давай. Сам. Тася. Говоров, ты мне всю спину прожжешь. Выйди. О, и нет уж. С чего это? Я должен это видеть, слышать. Давай, давай, Шульгин. Все красивые слова как-то повылетали. Дементий Харитонович, вы очень хороший. Вы очень добрый. Красивый, подсказываю. Но люблю я другого, так? Нет, не так. Но... вы не все про меня знаете. Дело в том, что Лиля... Я в курсе. В курсе он, в курсе. Уши у него большие, вот такие уши. Ну, хватит. Значит, вы мне отказываете. Ну, что за вопрос? Естественно. Я согласна. Да. Что? Михаил Иванович, вы помните, мы как-то говорили с вами, когда Лиля повзрослеет, я смогу сказать ей, что она моя дочь. Да. Так вот, я решил сделать это на ее 16-летие. Но? И после этого, Дементий Харитонович, я выйду за вас замуж. Конечно, если вы готовы будете так долго ждать. Да, дочунь. А где билеты продают? Дочунь, да какие на хризантемы билеты? Я в армию уезжаю. Что? В армию поеду. Ну, вы меня совсем убьете. Поеду-ка я на работу, там поспокойнее будет. Пап, да ты не волнуйся, я не одна. Я с Сережей поеду. Ага. Дорогой Сережа, в армию меня не пустили. Сказали, нос не дорос. Теперь жду, когда он вырастет. Дорогой мой Сереженька, на днях мне исполняется 16 лет. Давно у тебя нет писем.
но я все же надеюсь, что ты вырвешься на мой день рождения.